Я сразу же отозвалась, потому что эта музыка потрясающая. Она не теряет своей актуальности, несмотря на годы, которые прошли со времени ее написания. Французский композитор Поль Мориа на слух известен каждому с детства. Его мелодии звучат в десятках фильмов, а еще в программах. В «Мире животных», «Кинопанорама» наши современники, Большой эстрадно-симфонический оркестр из Санкт-Петербурга, верно продолжает традиции маэстро. Музыканты из Санкт-Петербурга используют аранжировки, написанные самим Полем Мориа. Свой оркестр французский маэстро создал еще в 60-х годах прошлого века. Его мелодии – настоящий дух ушедшей эпохи. В зале областной филармонии в этот вечер его ощутили все зрители. Большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга относительно молодой коллектив. Он появился всего около года назад. И в Пензе музыканты впервые. На репетицию они отправились прямо из автобуса после 6-часового пути. Сами в восторге от того, что играем, от того, что путешествуем, от того, что публике нравится. Вы знаете, мы до Пензы были уже в 7 городах, и каждый город нас принимал тепло. Мы путешествуем на автобусе, у нас полный багажник цветов. В нашем городе Большой эстрадно-симфонический оркестр из Санкт-Петербурга тоже собрал аншлаг и сорвал аплодисменты. Пенза стала предпоследним пунктом гастролей. Далее музыканты отправятся в Нижний Новгород, а после вернутся в северную столицу. Лицо.